Глава Бурятии посоветовал Баиру Жампалову покинуть один из своих постов. Временно, пока идет следствие. Речь о должности секретаря «Единой России». Это последствия резонансного ДТП на трассе в Батурино с участием автомобиля Жампалова. Чтобы исключить любые подозрения со стороны родителей погибшей девушки, вероятности использования служебного положения, глава Бурятии рекомендовал Баиру Жампалову на время следствия сложить с себя обязанности руководителя. По некоторым данным, обвиняемый в смерти девушки предприниматель Пилосян возвращался с рыбалки за рулем джипа вице-спикера Хурала. Подробный сюжет об этом ДТП смотрите завтра, а сегодня в Батурино прошла прощальная панихида. Гале Бурчевской было всего 17 лет. Редакция АТВ выражает соболезнования семье и близким девочки.